Всем-всем привет, друзья, на канале Атаман оф Лайф. Я сегодня снимаю свое очередное видео, в котором мы поговорим об очень замечательном, об очень добром, об очень открытом и также скромном человеке. А этого человека зовут Галина Шиц. Она проживает в России, в городе Таганрог. И сегодня вы ознакомитесь с ее творчеством. Галина занимается тем, что пишет самостоятельно стихи. У нее уже довольно-таки большой сборник стихов. И вот именно в сегодняшнем видео вы увидите одно из стихотворений, которое написала Галина. Называется «Мать и сын».